На торжественное открытие выставки пришли коллеги, друзья, студенты училища искусств и все те, кто интересуется творчеством Александра Самохина. Он закончил в 70-м году Палехское художественное училище, работал в мастерских Палеха, но, перебравшись в Сочи, стал писать иные картины, которые вызывают различные толкования художественного замысла. Мы знаем хорошо иконопись, да, русский, но там, где существуют каноны, а здесь душа работает, трудится, поет, воспевает. Поэтому я поздравляю, спасибо большое. Сам художник говорит, что в его картинах нежные ментальные краски призывают к добру, любви, вере. Его живопись – это видение другого мира, другой реальности. Уже 30 лет живу в Сочи. В Сочи меня жизнь совершенно поменялась, и я стал изображать ближе эзотерическую живопись, понимаете, такая фантастика, какое-то влияние духовного плана на меня сильно произошло, и работы стали такие необычные. Художник признается, он ничего не выдумывает. Картины сами проявляются на холсте, он лишь наносит краски. Но путь к самовыражению был нелегкий. Для одних посетителей выставки философия картин сложна и даже где-то непонятна, но изысканная красота, говорят другие. Профессионалы отмечают цветовую амплитуду от мягких бархатных тонов до пронзительно звонкого цвета. С работами Александра Самохина знакомят и студентов. Они приходят на экскурсию в мастерскую художника, где можно разбираться глубже в тонких художественных нюансах. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.